Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Всем привет, дамы и господа и подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф, и сегодня в данном видеоролике на проекте Amazing RP я наконец-таки продам свой Mark II, достану из призов автомобиль и полностью его затюнингую. Это будет не какой-то обыденный автомобиль, который я брал в последнее время, а это будет та самая Mercedes E63. V213, вы его все знаете, это новая его версия, и я его затюню и буду на нем кататься все последующие 5 видеороликов, чтобы составить полный обзор на данный автомобиль. Кстати, не забывайте вводить мой промокод Леонти на проекте Amazing RP Russia, именно на сервере Azure. Вы можете его ввести либо по команде /promo, ну и конечно же о привилегиях. На 5 уровне мой промокод даст вам 100 тысяч рублей, а на 10 уровне 200 тысяч рублей. Плюсом там будет X2 опыт и все остальное, то что обещано. Итак, вот мы доехали наконец-то до порта или порта, скорее всего порта. Сейчас мы сливаем свой автомобиль именно здесь. Нам дают за него ровным счетом 200 рублей. До свидания. И все, и мы телепортируемся к себе на хату, сейчас заберем наш автомобиль там. Наконец-то мы перезашли на сервер, это происходит все очень быстро, буквально в два клика. Забираем нашу ешку, которая у нас лежит в инвентаре. Вот так она выглядит, это абсолютно новая ешка. Посмотрим, как открывается у нее багажник. Багажник у нее, конечно, солидный, но суть не в этом. Сейчас мы должны поставить на нее весь тюнинг, который у меня лежит в призах, а именно это чип 3. Это неон градиент и это аудиосистема. Все, Mercedes у нас полностью затюнен, он на 3-м чипе, со всеми последующими вытекающими темами. Но ешка, судя по всему, уже быстро будет рвать, потому что я сейчас дал газку чуть-чуть, и она уже прям показывает себя во всей красе. Затонируем лобовое стекло, потратим на это 300 тысяч рублей, затонируем заднюю полусферу, потратим на это тоже, соответственно, 300 тысяч рублей. Но, к сожалению, на передок мне не хватит, потому что мне хватит только поставить обычную тонировку низкой светопропускаемости. Как денег подформлю, поставлю полную в нелегальке. Вот, сейчас остается поехать в ДПС, получить там на него номера. И я думаю, номера выпадут какие-нибудь достойные. Ну, даже если такая фигня выпадет, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Сейчас заодно проверим максимальную скорость. Но машина мне нравится почему? Во-первых, у нее проработанный салон на Амазинге. Во-вторых, это сама по себе ешка, которая мне в реальной жизни нравится. Ну и тут она, в принципе, едет хорошо и вместительная, и выглядит четко, как бы вы должны понимать все эти совокупности. Сейчас рвем когти прям в Арзамас, получаем там номера и едем, соответственно, хасанить и флексить. Давайте выживем максималку. Максималка 280, я не помню, были ли у меня машины, которые ехали чуть больше. На самом деле я такого не припоминаю. Вот помню BMW X5 новый, который я тюнил. Еще у меня машины всякие разные были, они тоже ехали чуть медленнее. Про Mercedes Maybach новом кузове я вообще молчу, он, по-моему, очень медленно ехал. Но ешка прямо рвет, и звук у нее соответствующий. Очень прикольная машина, в принципе, если вы играете на Амазинге, если вы там можете подформить на рыбалке деньги, то вы можете ее взять, наверное, с рук за 5-4 миллиона, и потом уже, если вам на рулетке выпадет тюнинг, то, соответственно, поставить его. Ну, либо если вы магнат и мажор, то, соответственно, можете ее купить за полную сумму с полным тюнингом. Если такие, конечно, продаются и есть. Я уверен, что они есть, просто они стоят заоблачных каких-то денег. Потому что на Амазинге есть такая тема с экономикой, что если у автомобиля имеется какая-либо характерная черта тюнинга, будь то это аудиосистема, будь то это неоновая подсветка, либо чип-тюнинг, то цена автоматом повышается на 20 миллионов, а то и 30. И в совокупности машина может стоить там 70 миллионов, 100 и так далее. Оплачиваем штрафы, потому что это важно, без них мы не сможем получить номерные знаки.
Ну что, момент истины. Я думаю, для этого момента истины необходимо прожать какую-нибудь анимку. Давайте станцуем, что ли. Потому что я снимал ролик, выпадет ли мне какой-то солидный номер на мои шушлаги, которые я покупал. Это были Нивы и шестерки. Ничего хорошего, кроме зеркалок, не выпало. Но я надеюсь, тут хотя бы повезет, что маловероятно. Ну что, нажимаем. Эх, V702 EF. Я не знаю, номер вроде прикольный. Потому что вроде как ВЕВ, я не знаю, что значит ВЕВ. Это вообще какая-то, ну, максимально тупая серия. Вот, но 702 ВЕВ, ну, не знаю. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой номер. Я не знаю, мне как-то не особо. Но я думаю, мы его оставим, потому что деваться-то некуда. Вот. Но будем хасанить и флексить на Ешке. Значит, у меня сегодня по заданиям это отправить 4 объявления, но так как мне отправлять нечего, я мог бы посетить попродавать марк, конечно, а я не хочу этим заниматься особо, потому что извлеку из этого прибыль там максимум 2-3 миллиона, поэтому в этом особого смысла не вижу. Еще что по заданиям у меня: восполнить гигиену, ну это ВОЖ, я сегодня прописывал, но, как известно, по-моему, в умывальниках я до сотки не догоню и гигиену, она там до 60 максимум, вот, это надо ехать в баню получается, но все равно это вряд ли поможет. Вот, привезти металл на завод и хайдайс. Но я думаю, задания мне сегодня выпали такие себе. Я их выполнять, скорее всего, не буду, потому что у меня нет особо на это времени, потому что у меня огромные наполеоновские планы на съемку сегодняшних видеороликов, потому что снимать я сегодня буду не один видеоролик, а целых несколько. Поэтому мы сейчас залутаем деньги, которые мне пришли с промокодов, если они вообще пришли. Ну, 400 тысяч рублей это нормально, если бы люди, которые смотрели мой видеоролик, вводили бы мой промокод намного чаще и больше, играли бы на амазинге, то и, соответственно, получал бы я намного больше. Но, как вы понимаете, источником всех моих богатств является именно промокод, потому что именно с него я могу извлекать деньги и, соответственно, тратиться на нужды и съемки видеороликов. Поэтому, ребята, вы можете взять и посчитать в среднем, сколько я получил за каждое условное введение промокода. Если с одного человека приходит где-то по 50 тысяч, то примерно умножьте это 1464 игрока на 50 тысяч рублей. И посчитайте, выгодно ли быть ютубером на проекте Amazon Corporation, либо же нет. Но Ешка, конечно, солидный автомобиль, 280 км в час, это та скорость, на которую я даже не рассчитывал. Я думал, она намного медленнее будет ехать, а она реально рвет. Я думаю, что мне стоит где-то найти чуть-чуть побольше денег и затюнить ее до максимума, а именно поставить какие-нибудь фары. Ну, цвет нормальный, диски. Насчет дисок, кстати, я подумал, диски тоже можно сделать не кастом, можно поставить какие-нибудь другие. Вот, ну и затонировать его, конечно, не помешало бы в полный хлам. Ну, сейчас у меня в планах, наверное, съездить на Анашен, куда сейчас перенесли авторынок, и посмотреть, сколько мне предложат за данный автомобиль. Здорово, бандиты, чем занимаетесь? Рама какая-то нахуй. Что делаете, братва? Илья Виноградов. Понятно, люди. Вот та Ешка, к которой я стремлюсь. Вот она полностью в хлам затонированная, диски у него видоизменены. Они поставлены как будто хамановские, со штампами. Вот. Вот такая Ешка мне больше нравится. Но моя такая более дефолтная, понятно, нищебродская версия. Потому что денег у меня не хватает на полный ее тюнинг, но я думаю, она уже и так солидно выглядит, так что я думаю, в этом ничего нет страшного. Так вот, ребят, в данном видеоролике я показал вам то, что затюнил Mercedes E63. Машина очень интересная, хорошая, вы можете на ней покататься, посмотреть. В принципе, тут есть и тест-драйвы и все остальное. Сейчас подсниму пару красивых кадров и, наверное, буду на этом заканчивать, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Отличник Лайф, и не забывайте вводить мой промокод Левонтий на проекте Amazing RP Russia.